Здравствуйте. Сегодня 2 октября 2022 года, 2 часа 43 минуты после полудня. Я приехал на берег залива Сан-Франциско в Беркли, Беркли-Марина. Трава пожухла, дождей давно не было. Здесь люди запускают змеев. Раньше проводились, по-моему, в конце июня парады змеев, но сейчас у города не стало денег. Зато отремонтировали дорогу сюда и круг сделали хороший, вот здесь вот, парковочный. Как всегда, здесь дует ветерок. Наверное, будет слышен свист в микрофоне, свист ветра. Окружающие панорамы. Видны силуэты Сан-Франциско. Самая высокая башня — это Salesforce. И видно мост Золотые Ворота. Не знаю, как будет видно на видео. И видно высокую гору Тамаль-Паис. Мы туда с Ромой, с сыном ездили на машине. Там парк.